получить высшее образование именно в политехническом университете, потому что он очень ценен своими выпускниками. При поступлении на работу ценится диплом политехнического университета. Необычно, я зашла, все так красиво, и все доброжелательно встречают тебя, провожают, рассказывают, где что, готовы помочь и отвезти тебя к какому-то определенному месту, где тебе нужно получить информацию. Мне очень понравилось. Это старейший университет города, у меня очень много родственников закончили. И получили хорошее образование, успешно проработали всю свою жизнь. Поэтому, конечно, я своей внучке рекомендую этот вуз как один из ведущих вузов страны. Я был на компьютерном моделировании техники. В очках виртуальной реальности я смог рассмотреть полностью спроектированную турбину самолета во всех своих деталях. Металлургия, машиностроение, материаловедение, все, что с химией больше связано. Химия – это будущее. Планирую поступать в политехнический университет, потому что это один из быстро развивающихся университетов нашего города. Это один из лучших университетов на строительную специальность в России. Ну, я считаю, что если учиться, то учиться в лучшем вузе и учиться там, не знаю, там с лучшими преподавателями, с людьми, которые стремятся получить качественное образование. Я буду подавать документы в политехнический университет.